от лица Объединенного Черкесского Совета хотел бы сделать заявление о том, что мы подготовили специальное письмо в Объединенное Организацию Объединенных Наций. Мы его сегодня подаем. И мы обращаемся ко всем нациям и народам, к Генеральной Ассамблее ООН о признании нашего геноцида. Нам крайне необходима всемирная помощь в нашем вопросе. Наш вопрос – это не сугубо черкесский вопрос, это гуманитарный вопрос всего цивилизованного мира. Мы фактически сегодня столкнулись с проявлением полномасштабного империализма. Мы это наблюдаем не только по нападению на Украину. Мы это сейчас наблюдаем по политике, которую проводит сегодня российское государство. В частности, то, что фактически весь цвет нашей нации, всю нашу молодежь различными путями, путями шантажа, путями насильственным путем заставляют сегодня воевать и кидают на амбразуру войны в Украине. Во-первых, эта война должна быть прекращена, должны быть московские оккупационные войска выведены из территории Украины, а также мы требуем, мы, черкесы, требуем сегодня, чтобы мы имели обыкновенное право на свою родину, чтобы мы могли вернуться на свою родину. И, конечно же, у черкесов может быть сегодня только одна цель. Это цель — свободная, независимая Черкесия. Государство Черкесия.